день, с вами Георгиевская Татьяна. Речь сегодня пойдет о фонтанах, о водных сооружениях. Из чего их можно сделать и, на мой взгляд, самые простые бюджетные варианты. Что мне особенно понравилось у этого фонтана, такое ощущение от него, что он как будто сам вырос из камня, возродился. Очень гармонично вписывается в данный ландшафт, а территория с таким фонтаном сразу же по-другому смотрится, играет другими красками. Смотрите, из чего он сделан. Цемент, основание, дно зацементировано и проложены коммуникации. То есть там внутри, на дне фонтана у нас также установлена подсветка. Сам фонтан, он трехуровневый, изготовлен из цемента, натурального камня, который, в принципе, здесь на территории было достаточно. То есть внутри всей этой конструкции изготовлен металлический каркас. После этого идет в работу цементная смесь на клеевой основе и камень натуральный. И при включении этого фонтана, чтобы ощущение создавалось голубой воды, он еще был покрашен внутри голубой краской. Все водные сооружения являются признаком богатства и изобилия их хозяев. Вот такая конструкция, достаточно простая, интересная, так как он трехуровневый. Видно вам? На данный момент этот фонтан только готовится к эксплуатации. Чем хороши фонтаны? То, что у них постоянно идет циркуляция воды, то есть нет застойной воды, как это могло бы случиться в прудах. Так как вода циркулирует постоянно, вода обогащается кислородом и не появляются те бактерии, которые способствуют затуханию воды. С вами была Георгиевская Татьяна. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю вам красивых фонтанов на ваших территориях. И напишите в комментариях, нравятся ли вам вообще водные сооружения. Если нравятся, то какие вы предпочитаете. До новых встреч. Пока-пока.